Международная федерация тяжелой атлетики представляет. 16 сентября в Таиланде стартует 85-й чемпионат мира по тяжелой атлетике. Национальную команду на мировом форуме представят 13 атлетов, среди них 10 мужчин. Геннадий Лаптев, Вадим Лихорад, Петр Осайонок, Игорь Лоско, Александр Берсанов, Максим Мудревский, Евгений Тихонцов, Андрей Орленок, Андрей Арямнов и Эдуард Зизюлин. А также три представительницы прекрасного пола – Юлия Осайонок, Дарья Наумова и Дина Сазановец. Болеем за национальную команду на нашем сайте weightlifting.by.